Советуйте, что почитать. Ой, я очень люблю читать, и сейчас читаю, поэтому я даже не знаю, что вам посоветовать. Но одни из моих самых любимых книг, это, конечно, книги Карла. Я их могу с упоением перечитывать, перечитывать и перечитывать. В общем, перечитывать и перечитывать. Так что посоветую. Так, не нравится ли тебе тяжелая музыка? Рок, например. Я не люблю тяжелую музыку. Но из рока я предпочитаю Бориса Гребенщикова, Акварин, Бутник, мне нравится. А так, в принципе, из рока я больше ничего не слушаю. Вам понравилась статуэтка собой, что я передал Доминике? Ой, спасибо большое, да, она мне очень понравилась. Я поставила ее возле кровати, такая прекрасная, красивая сова. Я вообще обожаю сов, собираю их, поэтому большое спасибо. Валерия, пошли внучек на удачу. Скоро зачет. Люблю. Всем люблю. Здравствуйте, Лера. Ты очень красивая. Скажи, как сделать такую фарфоровую кожу? Здравствуйте. Спасибо вам. Я пользуюсь косметикой Artistry по уходу за лицом. Также я употребляю только свежие продукты, то есть ничего термически обработанного, благодаря чему у меня очень улучшилось качество и выбор кожи. Помимо всего прочего, я хожу часто на чистку лица, это также очень полезно, избавлять токсинов лицо плюс массаж. Делаю маски увлажняющие Artistry. Также пользуюсь кремом тональным Dior Forever. Он очень классный, и если вы будете делать все, что у нас, промывает все ваше тело, все энергетические центры. Не концентрируйтесь на чакрах, это ни к чему. На какие практики ты переходишь? Ну, у меня сейчас пока одна практика, я практикую лишь секундно чувствуя внутреннего диалога. Конечно же, я не могу сказать, что мне это очень легко получается. Это очень даже легко, это очень трудно на самом деле, но я пытаюсь это делать, я это делаю, я это буду делать, и я добьюсь того, чего я хочу. Потому что это состояние, на мой взгляд, самое такое многогранное, самое, ну, это состояние, да, это то, что я ждала, то, что я искала, то, что было мне нужно, и эта практика пока что занимает меня больше всего. По поводу ченнелингов Крайона, пишет, да, я советую всем смотреть ченнелинги Крайона. Это прекрасная ангельская энергия, которая трансформирует нас, настраивает нас на позитивную волну, на все только самое лучшее, все только самое радостное и приятное. Поэтому я советую вам смотреть ченнелинги Крайона постоянно. Какой вы предпочитаете чай? Я не пью чай. Единственное, что я пью, это из фреша листиков чайных, вот в таких японских кафе, листики десерты, и там еще идет чай. Можно выбрать с молоком, а можно без охлажденных пользователей. Вот это я пью редко. А так вообще я чай не пью, я же настроение. А тут чай такой охлажденный, ну так чай называется. На самом деле я думаю, что это не чай. Лера, для наращивания мышц перед тренажерным залом, которые дают белки, водой, кристаллы, я ничего не поняла. В общем, если вы хотели спросить, ем ли я перед тренажерным залом, нет, не ем ли.